Привет, меня зовут Шонни. Сегодня я буду вырезать тыквы к празднику Хэллоуин. Их глазки, носики и ротики будут разной формы. Называй формы вместе со мной. Квадрат. Круг. Треугольник. Прямоугольник. Овал. Ромб. Восьмиугольник. Давай начинать. А что, если первая тыква будет похожа на робота? Берем два квадрата, и это будут глазки. Восьмиугольник – это для носика. И прямоугольник – это ротик. Похоже на робота. Вырежем еще одну тыкву. Два овала для глаз. Круг для носика. И полукруг. Это ротик. Здорово получилось! А теперь давай вырежем самую настоящую хэллоуинскую тыкву. Нам нужно два треугольника для глаз. Ромб – это носик. Полукруг – это ротик. И три квадрата. Это будут зубки. Теперь мы готовы встречать Хэллоуин.